А, мы не здесь? Мы не здесь? Можно продолжить. А, понял. Нет, мы сейчас здесь тут будем. Мы прибыли. Ой, можно выйти? Готовы к творчеству. Сегодня завершающий концерт. Грустно, но мы готовы творить и вдохновляться. И вдохновляться. Сам разобрался, это забыл. Паш, ты справишься. Своих двое ведущих на начало, там торжественная часть будет. И у меня такая просьба по сценарию. Нам бы соединиться. У вас была в программе «Минута молчания». Да. И мы хотели перед этой минутой молчания опять вызвать наших ведущих. Потому что у нас в 2021 году были обнаружены 21 воин, 24. Вот. Здравствуйте. И их будут, мы сделали небольшой видеофильм. Да, я уже вас выслала, Елена Бабич, очень приятно, Ольга меня зовут. Очень. У нас выйдут ведущие перед минутой молчания, здесь будет небольшой текст. То есть наш сценарий немножко... Хорошо. Будет дополняться, и на финале тоже еще попрошу. Если вы скажете против, я... Нет, зачем? Все удобно. Вот ведущие выйдут, они там у нас небольшое видео вот нашли. Перезахоронение 24 воинов. Военный, он скажет небольшое слово, и правнуку того, кого он обнаружили, и у нас здесь перезахоронили, это наша земля. И это, минут так, я думаю, на 5 максимум. У нас зачитывается, как раз военный комиссар выйдет, Дмитрий Николаевич Дерунов. Он зачитает приказ, вручит документы правнуку вот этого погибшего солдата. Ведущая подводку. Да. Или я. Ведущая наша подводку к минуте молчания, ведущая объявит минуту молчания, только наш видеоряд. Прошу в этот момент. Пожалуйста, пройдет. И тогда я ничего не говорю. И сразу же рабица начинает. Да, да. Вот то же самое, я и хотела просто обсудить, как нам состыковать. Хорошо, значит, тогда в этот момент объявит минуту молчания, это ваши ведущие. Я здесь буду, я вам скажу. Договорились. И на финал. Здесь после... Финальная песня у нас «Священная война». Нет, у нас в начале «Священная война», а в конце «Поклонимся» великим «Поклонимся», извините. Да, ничего. Программа здесь есть?